Вообще история этой песни, конечно, очень интересная. Она родилась на берегу Атлантики. Есть в Ирландии такой городок Дингли. Меня туда занесло в 2004 году, вот отсюда, из Тверской области, где я сейчас нахожусь, в деревне Киселёвково Селижаровского района. Вот, ну, тогда тяжелое время было, работы не было. Вот, все мы искали, где что. Ну, появилась возможность, поехала на рыбную фабрику. И вот когда я стояла там, хвосты эти резала, селедки, такая тоска была по деревне. И знаешь, когда эти, когда появились строчки этой песни, и, честно говоря, я подумала, что я где-то когда-то слышала эту песню. И мои сокровищницы в моей памяти мне выдают. Потом я стала спрашивать у своих друзей, у знакомых: вы не слышали такую песню? Тогда мы еще интернетом не пользовались, еще интернета так не было, даже там в Ирландии. Было, но это очень мало у кого, частные лица интернет не имели. Ну а потом, когда за деревеньки пошли другие песни, тогда я поняла, что это мое творение, потому что я ее корректировала, знаешь, как какие-то слова другие подпирала, и вообще у меня... Наверное, обратил внимание, в моих песнях очень простые слова, да, которые всем понятны. Так это же самое ценное, что может быть в песне, чтобы были простые слова. Конечно, конечно. Ирландия, вот самое большее, что мне дала, наверное, вот раскрыться душе о том, что я действительно, я русская. Я так поняла, что люди, которые вот занимаются творчеством, ну вот как я, песни у меня рождаются, у тебя стихи, ну этот человек видит красоту, вообще принимает этот мир через душу. Эти люди с душой и сердцем, которые могут выразить то, что они видят, то, что они чувствуют. Ну и кому-то это созвучно. Главное трудность творческого пути это... Нужно постоянное движение в чем? Это нужно не сидеть на месте, вот, нужно, чтобы окружали разные люди, должны быть эмоции. Как я поняла, песни не рождаются просто так. Вот знаешь, допустим, сегодня я решила, так, взяла листок бумаги, ручку, так, сегодня я пишу песню. Нет, этого нету. Должны быть, человек должен переживать эмоции, либо это воспоминание, что-то, вот многие песни, которые вспоминаешь, либо вот в данный момент ты переживаешь такую эйфорию счастья, что вот просто хочется летать. Когда-то, еще в Ирландии, когда я жила, я утром проснулась, собиралась на работу, я работала в гостинице, B&B, так называется, B&B, это bed and breakfast, это кровать и завтрак. И вот я шла, мне от моего дома, где я снимала, до гостиницы было полчаса ходу. Я ходила пешком. И вот я вышла, еще народу мало, люди еще спят, мне нужно было рано идти, надо было на завтраке участвовать, посуду мыть. А небо такое красивое и радуга висит. И ты понимаешь, вот такая яркая, бывают радуги, но такой яркости я не видела никогда. И вот первая строчка у меня сразу. Радуга цветная на небе повисла, и опять на сердце чувствую весна. Радуга цветная, вот бы жизнь такая, как радуга цветная, сложилась у меня. А, был у меня такой момент в жизни, когда я начала уже выставлять песни в интернет. Ну, я не знала, я никаких этих авторских прав, ничего. Гуляют песни и гуляют. Вот. Ну и, значит, мы как-то меня пригласили через интернет. Я ездила в Нижний Новгород, там был фестиваль детской песни, и я туда ездила. Познакомились мы там с Юрием Ерыгиным, вот, он тоже пишет песни и в Москве. И потом как-то прошло время, и он мне, значит, прислал письмо и говорит: Ольга, ну у тебя такие хорошие песни. Меня Ирландия научила
ценить каждого человека, и принимать каждого человека таким, какой он есть. Не подгонять ни под какие шаблоны. И еще самое главное, Ирландия меня научила тому, что каждый человек значим в этом мире. Не только он сам, даже все то, что происходит с человеком, вот именно вот сейчас с тобой, именно сейчас со мной, это значимо для всего мира. Ты понимаешь, вот после мы с тобой перестанем разговаривать, да, прекратим разговор, попрощаемся, но каждый останется на полдня, а может там и больше, с теплотой в душе. Вот этот вот огонечек тепла, радости, счастья, он пойдет дальше. Ты не сможешь сказать кому-то там уже грубое слово или сделать что-то плохое. Вот нужно передавать вот это тепло души, в каком бы ты состоянии ни был. В Ирландии очень трепетно относятся вот к людям с ограниченными возможностями. Они полноправные члены общества, для них все. Их не выгораживают вперед, но они все вот как вот в одной шеренге стоят. Очень это... И знаешь, я научилась там принимать вот таких людей и ценить их. У нас даже вот в ресторане у нас было много таких, приходили, им там давали всего по полтора часа, там по часу работать, но человек работал. Поэтому, ну, природа разнообразна. Посмотри, сколько цветов, растений, животных, да? Но вот и люди такие же должны быть разнообразные. Глядя на таких детей и людей, нас это, наверное, заставляет ценить жизнь и учиться добру. Поэтому всем терпение и нести радость в этот мир. От нас всех зависит. Улыбнись, и мир улыбнется. Вот тебе надо улыбаться. Ты понимаешь, радость, мы должны все нести эту радость. И не надо думать, что вот, а я не такой. Все мы такие, все мы дети природы, Бога. И все мы имеем право быть счастливыми, любимыми и что-то творить. Когда Бог что-то забирает, Он всегда взамен что-то дает. Вот видишь, тебе уже дает, ты уже стихи пишешь. И ты вон, посмотри, какой смелый, очень смелый, добьешься многого. Молодец. Конечно, страшно. А ты знаешь, как мне было страшно первый раз выйти на сцену? У меня ноги подкосились, когда объявили меня, у меня ноги подкосились, я первый раз на сцену вышла, Элеонора Филина, я тогда из Дублина летела в Москву с песней «Матушка Россия» на фестиваль военно-патриотической песни, заняла второе место, ну там профессиональный певец выступал, он занял первое место, у него тоже хорошая песня была. И когда меня объявили, я схватилась этот занавес, и так, знаешь, вот честно, в прямом смысле я поплыла, я даже идти не могла. Это был какой-то страх. И каждый раз это происходит, вот я знаю, потому что, ну не знаю, вот, эта сцена, она какое-то такое волшебное место. Оно сначала от тебя забирает все, а потом дает возможность все отдать туда, в аудиторию. Невозможно, ничего нету рецепта. До сих пор я сколько вот общалась даже с артистами, которые много лет работают на сцене, и они говорят, мандраж вот этот, он всегда присутствует. И вот душа-то моя и запела, и вот пошла. Вот видишь, как поздно. Мне все говорят, ну что ж ты так поздно-то начала их писать? А откуда я знаю? Я их не пишу, они сами рождаются. Вот. А мне кажется, поэтому... заниматься творчеством никогда не поздно. Конечно. Поэтому, знаешь как, это дело случая. Да я уже заслужила самую высокую награду, какая только возможна. Мои песни ушли в народ. Деревенька ее поют и будут петь, пока жива деревня. А деревня всегда будет жива, никуда она не денется. Поставили памятный камень, и на камне гранитная плита. А на гранитной плите написано: «Деревенька моя старая, поклонюсь я тебе до земли. Ты прости, что тебя мы оставили. И корнями в тебя не росли».
вот увековечили, и вот он мне написал, говорит, вот ваши слова увековечены просто, открыли памятник со словами из вашей песни. Это высшей награды не может быть. Свой творческий путь я начала еще в детстве, когда меня родители отправляли на каникулах в деревню, на Украину, к бабушке. И бабушка у меня была сама очень творческая, она и вышивала, и шила, и вязала. У нее было большое хозяйство, она выращивала очень много красивых цветов, деревьев. И также любила музыку, любила театр, любила кино. Вот она-то и начала со мной мой творческий путь. Она научила меня многим народным песням, русским, украинским. Мы с ней всегда, куда бы мы ни отправились по каким-то делам нашим деревенским, мы всегда с ней пели. Вот так, наверное, определилась моя творческая судьба. Определила и открыла ее во мне моя бабушка. Потом я поступила в музыкальную школу, в колледж, в академию, закончила. И закончила я дирижерский факультет, заканчивала... Мне хотелось закончить что-то очень серьезное, чтобы стать хорошим музыкантом, разбирающимся, чтобы я что-то смогла, например, сама сочинить, сама собрать. Вот. И дирижерский факультет, конечно, во многом мне сейчас помогает. Но прежде всего нужно, если вы учитесь, например, в школе, не поздно поступить в музыкальную школу и получить это базовое музыкальное образование, которое очень помогает ориентироваться музыкально, очень вам поможет открыть себя и также поможет вам освоить какой-то инструмент. Если вы учитесь уже в техникуме, в колледже или в институте, не музыкальном, но очень хотите проявить себя как музыкант или как певец, то нужно, конечно же, найти педагога. Может быть, это какие-то частные занятия или какая-то частная школа, или на базе музыкальной школы. Я знаю, также преподают учителя и частным образом на базе музыкальных школ. И самое, конечно, важное, нужно почувствовать, понять. Если вам повезет с педагогом, конечно, он вам поможет в этом. Но вам в первую очередь нужно понять, что вам нравится, что вас невероятно вдохновляет, вот кто это, какой певец, музыкант, или это оркестры, или это хоры. Вот вы должны определиться с тем, что вам очень-очень нравится. Начать нужно с этого, что вам очень нравится. А в дальнейшем развиваться в этом направлении, стараться как можно больше узнать и открывать для себя и другие направления, и постоянно учиться, постоянно тренироваться, искать новые возможности, новые знакомства. Это беспрерывный процесс. Даже тех людей, которые закончили музыкальные школы, колледжи или академии, или консерватории, вот эта деятельность, она бесконечная. Конечно, тем людям, которые имеют музыкальное образование, несколько проще выступить на каком-то концерте или попасть на телевидение. Да, но есть и такие талантливые люди, которые чувствуют в себе музыкальность, чувствуют в себе огромное желание заниматься музыкой, выходить на сцену. И, конечно, перед этими людьми никаких преград нет. Главное вот это вот стремление, усердство, работа над собой. Ну и, конечно же, удача. Трудности такие же, как и на любом другом пути. Это и человеческий фактор, и профессионализм, и везение, и желание, и трудолюбие. Все как и везде. Творческий путь
Наверное, он отличается тем, что он, конечно же, не... Людям в первую очередь нужно испечь хлеб, чтобы они поели, и кирпичиком выложить дом, построить, да, чтобы где они жили, чтобы им было сухо и тепло, и чтобы они были сыты. А уже в дальнейшем открывается у всех вот этот творческий путь. Вот. Но он очень важен, так же, как и хлеб, так же, как и крыша над головой. Развитие в творческом направлении любого человека, оно очень важно. Вот. Наверное, я так отвечу на этот вопрос, потому что говорить о том, что творческий путь очень труден, да, конечно, труден, как и другой любой путь. Я вот, наверное, так отвечу на этот вопрос.